В эфире программа «Искренне ваши». Я и бессменная ведущая Елена. Сегодня наша программа снимается не случайно, а по поводу. И повод этот весьма значительный. За окном цветет сирень, поют соловьи. В студии чувствуется легкий аромат Шанель. А что это значит? Это значит, что у Евгении Райзе сегодня день рождения. Сообщения со всех сторон нашего необъятного Сан-Диего. Люди просто сошли с ума. Каждый из них хочет, мечтает поздравить Женечку с днем рождения. Женя, поздравляю тебя с днем рождения, желаю радости, здоровья и очень много удачных спектаклей в будущем. С днем рождения, Женя! Спасибо большое, что ты помогаешь нам стать более взрослыми и помогаешь нам в театре. Желаю много счастья, удачи, успехов и всего хорошего в этом следующем году. Вы, наверное, хотите спросить, почему мы все находимся в каком-то полумраке? Ответ очевиден. Канал «Сиреневый туман». Вы видите все через дымку романтики и романтизма. Happy birthday, Женя, I love you. Привет, Женя, с днем рождения, желаю тебе счастья и здоровья. С днем рождения, Женя, я тебя очень-очень сильно люблю. С днем рождения, Женя, я тебе желаю всего хорошего, и да. Happy birthday, Женя, I love you. Да, не все наши участники многословны. Но разве в этом суть? Разве это главное? Конечно же нет. Главное – это искренность чувств. Ведь не случайно эта программа «Искренне ваши». Я ее бессменная ведущая. Анжелика. Женя, Женя. Пойди, скажи с днем рождения, Женя. С днем рождения, Женя. Что такое Женя? Женя – это очень классный директор моего театра. Сегодня день рождения. Он очень классный. Могу больше сказать, на горло болит, чтобы завалило. Но с днем рождения. Привет, Жень. Я хотела поздравить тебя с днем рождения. Я хочу сказать, что я таким благодарным тебе, что вы занимаетесь с нами, труд такой делаете. И мне очень приятно, что вы, я с вами знакомен. Знаешь, такие воспоминания с вами такие приятные для меня. Ты мне очень близкий человек, и я хочу сказать, чтобы ты жила спокойно, хорошо, ничего не боялась, делаю все интересно для тебя. И, конечно, не расстраивайся на нас из-за того, что мы такие дети. А, да, извините, я просто заслушалась этими поздравлениями. Ведь только в программе «Искренне ваши» могут звучать такие теплые слова. Женя, с днем рождения! Я тебе желаю всего хорошего, и я тебя очень обожаю и люблю. С днем рождения, Женя! Спасибо за все, что ты делаешь для нашего театра. Мы тебя очень любим. Ты самая красивая, молодая, умная. Я тебя очень люблю. С днем рождения!
С днем рождения, Женя! Спасибо за все, что ты нам делаешь. Желаю тебе счастья, здоровья, все-все-все хорошее, любовь, все-все. Мы тебя все так любим, и спасибо большое за все, что ты нам делаешь. Happy birthday, mom, aka Женя Райзер. I wish you the best day ever, and I hope all your wishes come true, and I appreciate, and I thank you very much for everything that you've done for me and raising me to be such an independent and wonderful woman. I love you. Happy birthday. Итак, программа «Искренне ваша» и ее бессменная ведущая Регина прощается с вами. И напоследок мы бы хотели подарить вам самое дорогое, что есть у нас. Вы думаете, наша любовь? Нет. Мы бы хотели подарить вам песню. Начали. Не бывает лучше, чем у нас, ведь недаром радуется глаз. Яркой зорки на рассвете пробуждающий наш дом, где доверчиво, как дети, мы о радости поем. Каждый день и каждый божий час целый раз не бывает лучше, чем у нас. Другую. Да.